я встретилась с Балинской. И как оказалось, что она в этом VIP-доме, на этой кровати, уже третьему мужику раздвигает ноги. За 6 месяцев третий мужик, у нее волшебная пися какая-то, короче, и все мужики, ну, что мне ее трогать, реально, ее жизнь уже и так наказала. Она изменила Руслану с Кудряшовым, сосала с ним в клубе, набухалась, приехала в 5 утра пьяная. Да, Руслан ее простил, знаете, что говорил? Кстати, что Руслан говорил? Я, вот да, Вика, прости меня, я понял, как я тебе сделал больно тогда, когда я целовался с другой, но, говорит, я не повторю твоих ошибок, я не буду назло Насте с тобой, потому что моя любовь настоящая. Я думаю, блядь, что ты понял, ты это умоляю. Короче, простил то, что она сосалась с бывшим, обнималась всю ночь, в 5 утра приехала бухая.